Итак, привет всем, дорогие друзья, с вами Вован и Ребёнок. Конечно, что это очередная часть мод-обзора. Так вот, сегодня, дорогие мои друзья, у нас будет довольно такой интересненький мод под названием MS Paint Doom. То есть он у нас будет как Doom, но в стиле MS-DOS. Как вам такое? Точнее, MS-DOS-овского пейнта. Причем у нас здесь будет целая куча нового оружия и даже новые спрайты. Вообще для всего, зацените, это все при всем стало новым у нас. Так, погнали. Только вот враги, кажется, типа как смотрят на нас, но это на самом деле не так. Они постоянно так выглядят. Видите, то есть это даже, ну, немножко похуже, чем в Думе, но все равно неплохо так. Так, единичка. Для чего нас здесь разобрал? Кто-то к нам идет? Да, идет. Мачет. Уже 107 раз собирали, так уже много на самом-то деле. Ну или просто спрайт сделать только один для всего этого. Так, наша единичка у нас есть кулаки. Есть удар слева и удар справа. Слева и справа. Знаете, мне как-то даже нравится, если честно. Он и правда, мне очень даже неплохо. Сами зацепили. Вот, есть GitHub. О да, если здесь есть GitHub, это уже будет круто. Оцените, это все же осталось врага. Фак, это круто уже. Так, погнали дальше. Двойка. Начнем с того, что у нас есть фашистский автомат. МП-40. Вроде бы так назывался. Так, какой хрен нас бросается? Чем-то типа ракета, а? Страх. Потому что из врага здесь нету. Новая картинка перед уронями. Ого. Блин, все совсем по-другому выглядит. Такое чувство, будто здесь, видите, не такие катакомбы, которые были вот в обычной типа Думе, а вот здесь как будто бы... Не знаю даже, как какая-нибудь комната красивая, вот я вот так прям какая-нибудь комната такая, и какой-нибудь, не знаю, заброшенный завод. Для того, что здесь у нас в обычном оружии стрелям есть два вида стрельбы. Это взрывная стрельба на правую мышь, конечно же, вот такая, и на левую, обычная, вот такая вот, обычная. Так. МП-40, дальше. Обычный кроссбол, арбалет. На правую у нас есть вот такая вот стрела. Кислотная, что ли? Скорее всего, что кислотная. А на левую обычная. Неплохо. Очень даже неплохо. Новые предметы. Так, это грэппл. И можно к чему-нибудь там прикрепить сквер. Опа! Или прикрепить что-то к нам. Так. Граната. Это огненная граната. Фак, вот это круто, все начинает гореть просто вокруг. Хотя и вне физики, ну, да и пофиг как-то. А никаких физических законов на эту гранату нету. Это именно та граната, которая совсем положила болт на физику. Еще одна граната. Это уже обычная дымовая, ничего такого. А вот это. Также дымовая. Это осколочная. Правда, склочен, но взрывается несколько раз. Вроде бы как. Дальше на двойке у нас пистолет, у которого несколько дул и что-то типа такого. Хотя, видите, это моделька, видите, это моделька из пистолета из третьего Дума, но при этом, видите, у него какое-то еще продолжение есть, и что-то типа такого, видите? Так. Один выстрел очень даже сильно, на самом деле, видите? Оружие имеет только 64 патрона, но один выстрел готов вашего врага разорвать даже. И вызвать GitHub, что уже круто. Очень даже неплохо. Так, мы здесь были уже? Да, были, конечно же, блин. Забыл. Так, а на правую кнопку мыши мы можем врага заморозить. Что тоже очень даже неплохо. Заморозили. Дом ледяных статуй от Вована. И это еще не все, на двойке остальные солдаты. Пистолет. Какой-то очень даже неплохой пистолет. Мне очень нравится. Звук также новый даже пистолет. Блин, молодцы. А это граната что, плазменная или что? Да, это какая-то электрическая граната, а вот это. Обычная осколочная. Да, это обычная осколочная была. Или какая-нибудь, не знаю, там огненная.
Даже звук отличается от обычного выстрела, и выстрел, видите, такой вот взрывного. Есть разница все-таки. Оружие стоит ультрамощно. Так. Обычный пистолет из дула, видите, то есть... Вот, это обычный пистолет, только переделан немножко. А направлен? Он у нас стоит каким-то оружием уничтожения. Хотя я сам пистолет из дула, это уже оружие уничтожения. Все-таки есть такая штука, как пистолетный или кулачный старт. Да, это очень даже неплохо. Блин, это когда-нибудь попробовать? Пройти хотя бы несколько уровней думи кулачным или пистолетным стартом. Это было бы круто. Наверняка. Погнали на тройку. Ёкарный, это что такое? Это у нас пулемет, который стреляет как дробовик. То есть он стреляет у нас дробью или чем-то типа таким. Это реально, это ребята. Это стреляет дробью. А на правую. Так это вообще это мясорубка. Правую у нас дробовик стоит мясорубка. Серьезно, стоит шесть. Именно это оружие на правую вызывает нужный вам гитхаб. Зацените вот лишь раз. Оп. Вроде бы прием излишней жестокости, то есть там, где ее будет вообще называться именно гитхаб. Вроде бы. Что-то такое, вроде бы что-то. Это такое не пишется здесь. Просто может быть какой-то мод, где писалось, типа, что вот, вызвался GitHub. Дальше. Погнали еще раз. Тройки. Ну, классика. Это дробовик и Shadow Warrior, который мы видели уже дохренищу раз. Почему-то все его очень жестко обожают. Если вы делаете мод, не добавляйте его, это уже надоедает, правда. Сколько я бы модов не пересмотрел, в каждом втором и третьем, блин, то есть вот это вот дробовик и Shadow Warrior. Так, обычная супер-шутная из Дума, но на правой мыши это гитхабга. Это было круто, но... Видите, то есть, например, вот пимпа у нас гитхаба нет, импы его не имеют вообще. Ого, это берет сразу, да, так круто? Опа, опа. Также на тройке обычный дробовик, ну как я и думал, обычный дробовик. И то есть какая разница между выстрелом обычным, вот это обычный выстрел, а это на правую. На правую как-то отличается, вот это не знаю, что именно. Но он вызывает гитхаб, и это самое главное у нас. Да, на тройке что-то еще есть, нет, на тройке больше ничего нет. А вот на четверке настоящий пулемет. Не такой, как у меня, а настоящий. А на правую. Да это уже Doomsday Machine. Потому что вы видели, как выглядит уничтожение целых кучи врагов за несколько секунд. Это что там было за херня такая, а? Че, прикалываетесь? Типа используя сильное оружие. Хрен тебе приходится. Ты fucking can. А, так еще какой-то огненный урон даже есть. Я уже далеко зашел. Снайперская винтовка. Ну и что там? Еще на что-то у нас есть вот такой вот пулемет. Это также пулемет, видите, он уже стреляет у нас намного по-другому. Это уже думовский. Скорее всего, что думовский уже правый пулемет. Также оружие уничтожения. Прекрасно. Сейчас пулемет четверка. Это уже у нас был. Пятерка. Ага, это из Дюка Нюкема у нас что-то. Ну и знаете, у нас было такое что-то. А вот на правую, это у нас было очень классно. У нас появляются огненные ракеты. Фак. Ты блин! Это было не круто. Ну, обычно одна такая пушка. Для одной руки. Чудесно. То, что надо, погнали, уничтожим их всех. Все сюда ко мне. Получайте по морде. Fucking shit. Снова они. Так, гранатомет. Неплохой. Который имеет также у нас два вида выстрела. То есть это вот такой вот обычный выстрел гранаты. И направо вот огненные гранаты.
Твоя реально оставляет за собой огненный урон. Это очень даже неплохо. Так, Rocket Launcher, думовский. Неплохой, неплохой, конечно же. Классик. Все-таки классический. Шестерка. Railgun. Начинаем с Railgun вообще. Видно вообще, можно пройти или нет? Хотя обычно, думаю, можно было пройти, просто здесь даже разнообразие, мне кажется, обещают. Разнообразие оружия тоже можно начать достать. Из-за того, что ты не знаешь, какое оружие можно выбрать. То есть на левую обычный крутой выстрел, Railgun. А на правую у нас вообще громовержец какой-то. Все это жестковат. Если прошли немножко подальше. На тебе. До свидания. Да блин. Надо что-нибудь здесь еще на шестерку. Ага. Вот еще плазма. И это все. А нет, не все. У нас есть еще вода. Ты забежай, не мед. Неплохо, неплохо, неплохо. А вот на правую у нас, видите, у нас есть как и режим огнемета, так и режим замораживателя. Все у нас так хренейшие хп. Это было чудесно. Давайте погнали. Так, что у нас здесь еще кроме этого? Прыгунчик. Играем это. Какой-то прыгунчик, он отпрыгает до стен, а на правую также ничего нет. Обычно какой-то прыгунчик, я видите, он просто берет и отпрыгивает отовсюду. Это у нас на шестерке. Семерка. О. А на правую есть выстрел. Блин. Нет, не понравился. Чудесно. Просто высосы несколько раз мощнее это. Солсфер и это. Yes, Partial Invisibility. Просто не так, тихо. Блин. Эй, ты нам даже не сюда. Ладно. Начина быть сюда. Блин. Мразь. Давай. Неужели ты настолько слабый? Может это жесткое оружие быть настолько слабым? Я не буду ПГ называть мощным. Но не мощным в таком случае. ПФГ. 10 тысяч, потому что она очень даже быстрая. И ПФГ. Обычно. А вот на правую это... Ага, это та же самая ПФГ, только она имеет настоящий выстрел. Если кто не знал, то в альфа-версии Дума ПФГ имела выстрел целой кучи маленьких шариков, которые есть в ПФГ. И также были даже красные. Но дело в том, что от этого отказались, это причина, что это процессор вроде бы очень сильно нагружал, или что-то типа такого. Что-то очень сильно нагружалось, и по этой причине нельзя было такого использовать. Потому что, ну блин, игра и так, но тогда имела большие системные требования. А так они бы сделали еще больше. А им этого надо было? Не, совсем не надо было. Не надо было ход был. Не конем. Вообще. Не ход конем. А ход игрой, которая может лагать. Восьмерочка. Ну погнали. Вау. Вот это магия. Уу. Чудесно! Смотрите, что вот это вот оружие у нас делает? Это оружие дает нам возможность... Я пошел убить врага, короче, дает возможность и воскресить его после этого. На тебе огни. Еще фантом. А теперь на мою сторону. Уничтожьте его все. Вставай. Следующее оружие. Ага, это что, типа турели? Это у нас расстояние, что типа турели? Не,
Ну, такі от туреньки, я ще одні. Ага, так і нам вже хп знають. По одному знатиме хп. І що на восьмерки є? Спавнер роботов, которые нам будут помогать. Мне еще что дать убивают? What the fuck? Вот это я понимаю помощники. Это помощная сила. И есть вот это. Не знаю, что делать на самом деле. Не, реально, я не знаю. Погнали дальше. Девятка. Так. Посох. Дальше на девятку. Что мы делать будем с тремя хп? Левый. А, если есть один вид выстрела, другого у нас нет. Ясненько. И это все. Ноль. Типа. Оно не можешь майнуть, не хватит нас чего-то. Не хватит. Давай. Ясно, это очень мощное и жесткое оружие. На правый ничего не делает. А, это что? Какой-то лазер или что-то в этом роде. Ну, неплохо, использовать можно. Погнали мапам 20. Посмотрим, что мы сможем сделать с этим оружием. Так. Перед реально мощными врагами. Сколько нам понадобится хотя бы, чтобы прикончить наших врагов? Это что, не понял? Все нормально. Так, к примеру, будем использовать... Мы будем стараться, в общем, оживить наших врагов. А именно киберземные мастермайнды. Давайте, короче, натравим нас киберземно против мастермайнда. Хотя, блин, они уже и так это делают. Это-то и проблема. Это он убогий-то нарисован, но все равно. Нарисован так нарисован. Сюда. Так, мастермайнд уже помогает. Спасибо огромное. Мастермайнд еще урона не получил от киберземного. Демон только дойдет, получает нас урон. Сюда. Получил. Блин, он просто взял и взорвался. Ладно, постараемся что-то сделать с этого всего. Нельзя кибердемона вызывать в нашу сторону. А тебя? Страшно. Наверное, так же. Прекрасно. А теперь постараемся хотя что-нибудь с тобой сделать. Правая. Не помогает. Ладненько. Ладненько. Постараемся сделать что-нибудь еще. Например, мы постараемся взять, прикончить. Еще раз. Я то же самое. Это порог. Получил. Так, тихо. Ты его еще не оживляй. Спасибо. Прикончи его. Ты что, идиот, что ли? Ты понимаешь, что должен быть на моей стороне, идиотина? На тебе. Скотина. А теперь повторим, пожалуйста. Так. Раз, давай теперь повторим. Все. Повторили? Прикончим нашего врага. Тарквилия. Сюда. Вот теперь правильно делаешь все. Вот так вот. Прикончим нахрен эту тупую. Идеально. Все. Теперь, когда он прикончен, можно его постараться жить. Все-таки Арквилия такая мразь, что его даже так не прикончишь. Правда, Хабаронов Хелл? Погнали вместе.
Так, как и демоны. Что если оживить их? Получится? Да! Летающая мощь теперь за нас. И это очень даже круто. Так. Опа! Так. Поиграем толпу. С тобой что мы сделаем? Вот, то есть... Это что мы только что делали, а? Это что было? То есть можно из живого врага сделать своего партнера? Смотрите, даже так получается. И мы просто оживляли мертвых врагов. Может быть. Открыл. Живой. Боюсь. Теперь двое за меня. Погнали. Еее. Некромансер, это круто. О, блин, точно. Надо еще проверить, что это самое сильное оружие, которое у нас здесь есть. Это лучше. Здравствуй. Получи, пожалуйста. Лучше бы, если вы все будете чудесно. Да, потому что здесь что-то еще есть. Так, погнали. Ноль. Ноль. Что у нас на нуле есть? Так, погнали. Нет такой же мощной оружия, на самом деле. Скорее всего, что даже Мастермайнд приключил игр демонами. Это тоже очень даже возможная такая ситуация. Ну и вот это слабенькое. Так, оно имеет несколько выстрелов. Ага, на правильном помеше можно увидеть стрельбы меня. Какая вот какая-то красная. Желтый, это что за желтый открылся? Лазерами? Ага, получается. Гиол. Давай. Получи. Ну видите, даже кулаком как так не получается нормально прикольно. Это что, почему у вас там так много? Нет, все кучами там есть. Ну, получится сейчас. Ну, пока я заставляю его получать, дорогие друзья. Говорим только одно. До следующего выпуска мы танцуем. А пока что сам вам. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До следующего выпуска мы обзор.